Приветствую на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о газовой варочной панели Electrolux GPE363MB. Поделиться своим мнением и задать вопросы вы можете в комментариях. Напоминаю, для того, чтобы не пропустить новый ролик, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании, а вы не забывайте поддерживать нас лайками. Элегантная и стильная варочная поверхность придется впору на любой кухне. Ее современные линии подчеркнут стиль вашего дома, позволив добавить шика без дорогостоящего ремонта. Кроме того, она поднимет ежедневное приготовление на новый уровень. Материалом панели конфорок газовой варочной поверхности стала нержавеющая сталь. Она проста в обслуживании, устойчива к появлению повреждений, так что долго прослужит вам, не утратив своего презентабельного облика. Придайте кухне профессиональный вид, выбрав чугунные держатели для посуды. Долговечность, стильный вид, устойчивая, надежная опора для тяжелых сковородок, приготовки в больших количествах. В устройстве 4 разноразмерные конфорки, чтобы вы могли готовить сразу несколько блюд. Панель снабжена газ-контролем, чтобы предотвратить возможную утечку газа, а активация электроподжига через поворотный механизм обеспечивает комфорт при использовании поверхности. Горелка Vertical Frame варочной поверхности Electrolux разработана для быстрого разогрева кастрюль и сковородок. За счет вертикального пламени конфорки работают на 20% эффективнее. Горелка 4K Wok Burner с несколькими рассекателями обеспечивает более мощное пламя. С дополнительным нагревом вы почувствуете аутентичные вкусы Азии. Газовые краны с быстрым откликом, ваша варочная поверхность полностью к вашим услугам. Легкость регулировки уровня пламени позволит всегда готовить при нужном нагреве. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них сначала отрицательные. Одна из ручек криво расположена, и еще они очень скользкие. Вся посуда качается на плите. Ненадежные фиксаторы на ручках подачи газа. Теперь перейдем к положительным. Быстрый поджиг, отличная регулировка пламени. Трехконтурная конфорка для ВОК, газ-контроль. Эмалированная поверхность. Двойная конфорка. Качественное нанесение эмали, ровный тон. Трехконтурная конфорка для ВОК. Легко мыть. Поворотные переключатели с электроподжигом. На сегодня все. Спасибо за просмотр, жду ваши комментарии и лайки. Под видео в описании оставлю подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».